В эфире Fox News Radio американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на этой неделе в резиденции Путина в Сочи. Помпео заявил, что переговоры прошли весьма успешно. Госсекретарь отметил, что взаимное сотрудничество полезно для граждан обеих стран. В качестве примера он привел то время, когда он был главой ЦРУ, и управление сотрудничало с Россией в борьбе с терроризмом, передавая друг другу секретные и важные данные. Помпео с уверенностью заявил, что эта информация не раз спасала жизни как американцев, так и русских. Госсекретарь посетил сочинскую резиденцию 14 мая, где в течение полутора часов общался с главой российского МИД Сергеем Лавровым, после чего их обоих принял у себя Путин. Помощник президента Юрий Ушаков не отметил никакого серьезного прорыва во взаимоотношениях между США и Россией, однако он сделал акцент на деловом настрое американцев. Лавров же со своей стороны заявил, что российская вежливость не означает уступки с нашей стороны в тех вопросах, которые идут вразрез с национальными интересами страны.